Airbus завершает подготовку плана предстоящей реструктуризации, который, как ожидается, будет включать в себя сокращение 1000 рабочих мест. В понедельник генеральный директор компании подтвердил, что она понесла значительные убытки. В течение следующих 2 лет мы предполагаем, что производство и поставки будут на 40% ниже, чем планировалось первоначально, сказал Гийом Фари в интервью немецким СМИ, отметив, что объем производства может вернуться к норме лишь к 2025 году, объем поставок к концу 2021. По данным профсоюза в отрасли, ожидается, что крупнейший европейский авиастроитель изложит самый крупный в своей истории план реорганизации к среде. На различных предприятиях Airbus по всему миру работают около 130 тысяч человек. Основные заводы авиагиганта находятся во Франции, Германии, Испании и Великобритании. По законам некоторых из этих стран, к принудительным увольнениям можно приступать лишь после того, как все другие схемы, основанные на взаимной договоренности, будут исчерпаны.